приветствую всех, кто меня смотрит. Сегодня я покажу, как я готовлю на завтрак полезные сырники. Это рецепт из полезного питания. Мне понадобится творог, моя любимая овсяная мука и яйцо. Потом для вкуса я туда добавлю еще 1 чайную ложку меда. Добавляю 150 граммов творога, яйцо, 30 граммов овсяной муки, которую я готовлю сама, и все это перемешиваю блендером. Я пробовала перемешивать ложкой, но такой однородности ложкой не получить. Вот получилась такая однородная масса. Сейчас я разогреваю сковороду и буду обжаривать на ней сырники. Чтобы тесто не прилипало к рукам, я буду мочить руки в воде. В конце видео, как всегда, озвучу калорийность сырников, чтобы вы уже могли готовить сами и не боялись потолстеть. Еще обратите внимание, что соли я нисколько не клала. Если вам, конечно, хочется, можете по вкусу добавить соль, но я соль не кладу, и сахар я тоже принципиально не ем. Я добавлю потом к сырникам 1 чайную ложку меда, и она как раз заменит и соль, и сахар. Вкус будет замечательный. По крайней мере, мне очень нравится. Творог я брала обезжиренный, чтобы поменьше было калорий. Можете брать творог до 5% жирности. Обжариваем на среднем огне. Вот такие сырники у меня получились. Добавляю туда чайную ложку меда. По калорийности порции сырников 333,16 килокалорий. Белков 35,73, жиров 8,04, углеводов 29,15. Приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал, чтобы ничего не пропустить интересного. Ставьте лайки, пишите комментарии. Напишите, кстати, в комментариях, какие блюда вы еще хотели бы увидеть, чтобы я приготовила. И что готовите вы из рецептов полезного питания? Очень хочется услышать обратную связь. Всем счастья, здоровья. Всем пока.